Здравствуйте, я Влада, и это канал Russian Antalya. Мы собрались в офисе Russian Antalya. У нас, посмотрите, какие у нас все красивые девочки. И сегодня у нас тематическая встреча. Сегодня мы проведем чайную церемонию. Дина, профессиональный, как это сказать, чайнолог? Чайный мастер. Чайный мастер покажет нам красивую чайную церемонию. История чая насчитывает более 5000 лет. Родиной чая является Китай. В Китае есть целый миф о том, как был изобретен чай. Был такой великий лекарь Шэнь Нун. Кто называет его императором, кто называет, что его имя в переводе звучит как «огненный император», а кто его называет богом земледелия. Шэнь Нун изучал травы, он был лекарем, и однажды он отравился, что-то съев. Он пытался вылечиться кипятком, выпивая очень много горячей воды, чтобы вывести яды из организма. И случайно в кипяток упал чайный лист. После этого Шэнь Нун понял, что чай является очень чистящим и очень энергетичным растением. А после этого он издал трактаты о чае, трактаты о воде, которой должен завариваться чай, потому что не всякая вода подходит. Вода должна быть мягкой, не должно быть минимальное количество минералов, иначе минералы забивают поры листа. В наших современных условиях можно пользоваться бутилированной водой, потому что искать родники, которые находятся на розовых камнях, а не на синих и зеленых, сейчас сложно. Значит, Шэнь Нун поделил китайский чай на несколько видов чая. Он разделял чай по цвету выделки листа. Так существует белый чай. Это чай, почечный чай, на котором растут белые ворсинки. Зеленый чай, желтый чай, красный чай, то, что мы называем черным чаем, черный чай, чай пуэр и чай оун. Чай оун мы вот как раз будем сейчас пробовать. Это чай для китайских чайных церемоний. Лист у такого чая толстый и выдерживает много проливов через чайничек. Для ознакомления с чаем существует чашечка для запаха и чашечка для самого чая. Мы наливаем чай из чайника в сосуд справедливости, который не дает чаю перезавариваться или быть более слабым в другой чашке. Мы наливаем чай в чашку для запаха сначала. Потом надеваем сверху чашку для чая, переворачиваем, как бы считается, это мужская, это женская энергия, идет обмен энергии. Достаем чашечку для запаха и знакомимся непосредственно с запахом чая. В момент остывания фарфора, который тоже имеет важную роль, в момент остывания запах меняется трижды. И можно уловить, в какой момент можно перестать знакомиться с запахом и начать пить чай. Примерно так же существует у парфюма история многослойности. Там сначала раскрывается один запах, потом второй, потом третий. Также и с чаем. Нужно нюхать чашечку, меняясь дыханием туда-сюда, до тех пор, пока вы сами не поймете, что запах уже исчез. После этого вы берете чашку с чаем и первую чашку. Первой чашкой омываете пазухи рта, для того, чтобы вымыть предыдущие вкусы еды, воды и всего остального. После этого кипяток заливается в чайник, заливается чай сюда, в сосуд справедливости, и опять и так 10-15 раз. После этого в горле появляется такое послевкусие, и человек бросает курить, есть мясо, ругаться матом. К нам приходили даже святые попы из Оптиной пустыни и Сергиево-Посадской лавры, писали на благодарности за свежий чай и были счастливы. Сегодня к нам в гости пришло Русское общество Анталии. Русское общество Анталии, проверенное временем, проверенное делами, проверенная людьми. Прошу любить и жаловать, Марина Владимировна Сорокина. Спасибо большое, Влада. Вот мы здесь все живущие, мы живем в чужой стране. Мы все такие разные. Мы все занимаемся разными делами, у нас разные цели. Но вот хорошо, когда мы дружим.
Марина Владимировна, сколько мы знакомы? 12-13 лет? Да, где-то так, наверное, точно. Конечно, практически, когда ты приехала в Турцию, мы сразу познакомились. И вот пока мы вместе, нас никто не победит. Правда, Марина? Конечно, конечно. А кто? Мы, так бороться-то нам разве надо с кем-то? Только дружить. Мы должны только дружить. Во взаимодействии, в объединении наша сила. В объединении будет мир. Поэтому мы за мир. Давайте все вместе дружить. Мы все разные. Мы открываем здесь, в прекрасной стране, в прекрасном городе Анталии, каждое свое дело. Но только лишь во взаимодействии, только лишь дружа, мы все вместе можем достигать самых высоких и прекрасных целей. Давайте все будем дружить, поддерживать друг друга и будем действовать своей прекрасной женской силой. В честь в честь 8 марта. Сегодня мы поговорим о мягкой силе. О мягкой силе, потому что мужчин так, может быть, не всегда получается, как у женщин, правильно? Мы же такие. Посмотрите, какой замечательный торт русское общество нам подарило. Мы сейчас с радостью его попробуем, угостим всех наших гостей, которые сегодня пришли на нашу чайную церемонию. И еще раз хотим сказать, поймите, неважно, какими судьбами мы приехали в Анталию и для чего, отдохнуть или насовсем. Неважно, какую судьбу мы здесь нашли, чем мы занимаемся, но давайте дружить, давайте объединяться. Только вместе мы будем более сильными и более счастливыми. Пожалуйста, не надо конкурентной борьбы, не надо каких-то склок, не надо сплетен. Нужно объединяться и дружить. Миру мир. Да. Пожалуйста, и двери русского общества Антали, Russian Antali всегда открыты для вас. Пожалуйста, приходите. Некоторые спрашивают, русское общество только для русских? Я говорю, нет, абсолютно это не так. У нас одна родина, Советский Союз, и мы все делаем для того, чтобы объединять все наши дружеские республики Советского Союза. И этим мы занимаемся, и вот сегодня у нас здесь и наши якутские друзья. Было только недавно, праздновали 8 марта, там у нас были представители татарской диаспоры, у нас были представители казахстанского общества, кыргызского общества. Мы все дружим. И в этом, конечно, наша действительно сила и прелесть. Поэтому приходите, пожалуйста, будем дружить и будем вместе взаимодействовать, создавать вместе прекрасные проекты. Найти русское общество очень легко. Оно расположено Конь-Ялты, Лиман, недалеко от Матрешек. Мы обязательно вот пропишем здесь телефон секретаря русского общества. Оно же будет в описании к видео. Пожалуйста, набирайте. Вы всегда можете прийти к ним в офис. Вы всегда можете созвониться с секретарем, узнать, как вступить в общество, какие бывают встречи. Какие, как это все любят говорить, бонусы есть для членов русского общества. Все есть в открытых источниках, и мы этим тоже с радостью делимся. Ну что, а сейчас мы приглашаем всех, ну, Марина, бычарки я смею, а как быть, говорят, вместе, вкусы, да? Пускай вот это вот... Ура! Мы приостанавливаем видео, как вы сами догадываетесь, для вкуснейших дегустаций, до сладкую паузу. Оставайтесь с нами, как всегда с вами Russian Antalya и Русское общество Анталии. Доброго дня, до свидания.